вами пластилиновая Лена. И сегодня мы будем с вами рисовать одного героя из очень известного мультфильма. Результат, как обычно, в конце, а мы начинаем с вами рисовать. Берем черный пластилин, создаем из него шарик, далее мы его расплющиваем, потом мы сделаем из черного квадрат и кладем под наш шарик, потом из красного мы делаем квадратик, кладем под черный квадрат, потом из красного мы делаем колбаски, из черного тоже делаем колбаски, кладем внизу, из желтого мы делаем овальчики, далее из белого мы делаем шарик, и из него же создаем 4 маленькие колбаски, чтобы показать пальчики сначала на одной руке, а потом в вторую руку. Потом белыми овалами мы украшаем шортики. Из белых мы делаем подтяжки. Далее из черных шариков мы делаем ушки. Потом из бежевого мы кладем вот так колбаски на мордочках. Потом из бежевого мы делаем 2 шарика по бокам, чтобы получились объемные щечки. Из красного мы делаем ротик. Из белого мы делаем овальные глаза. И вот такой классный Микки Маус у нас с вами получился.